Сотрудничество между Казанским университетом и Французским институтом нефти продолжается уже третий год. Следующим шагом в рамках соглашения станет запуск совместной аспирантуры. К такому решению стороны пришли в ходе последней встречи, посвященной обсуждению промежуточных итогов совместной работы. Деловая встреча состоялась во Франции. Мы уже с Французским институтом нефти сотрудничаем уже больше 2 лет. В 2015 году было подписано соглашение, и мы как раз обсуждали, как мы будем дальше развиваться. Вот за эти 2 года уже удалось открыть совместные магистерские программы, открыть совместные, так сказать, обменные программы учеными. То хотели на следующий год, в 2018, обсудить новый этап сотрудничества и подвести итоги того, что сейчас уже есть. Французский институт нефти считается одним из мировых лидеров в области моделирования. Он разрабатывает собственные программные пакеты, а Казанский федеральный известен своей экспериментальной оснащенностью. Так что совместная аспирантура станет для молодых ученых качественным толчком на старте их научной карьеры. Тут у нас и по аспирантуре есть интересные задумки. То есть, если по магистратуре уже есть двойные программы, то мы хотим запустить совместную аспирантуру, поскольку есть очень много точек соприкосновения в области исследований, и тут уже аспирантура, так сказать, более интересный момент для сотрудничества, поскольку аспиранты, они непосредственно участвуют в научных исследованиях, и есть интерес с нашей стороны, и со стороны Французского института нефти, чтобы эта аспирантура стала совместной. Напомним, что начало сотрудничества между КФУ и Французским институтом нефти было положено 2 года назад и предполагало открытие целого ряда научно-исследовательских и образовательных проектов. Так, например, в сентябре прошлого года была запущена международная магистерская программа двойных дипломов по геологическому и гидродинамическому моделированию. А уже в ближайшее время планируется не только ее продолжение, но и расширение направлений подготовки. Этим объясняются частые визиты зарубежных коллег в Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Например, совсем недавно ВУЗ посетил вице-президент IFP-тренинг Луи Крускуи. IFP-тренинг является структурным подразделением Французского института нефти и занимается обучением специалистов нефтегазовой отрасли. Его лидер прибыл в Казань специально, чтобы встретиться с директором Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В заключении хотелось бы отметить, что за годы сотрудничества нефтяники и геологи КФУ со своими французскими коллегами проделали достаточно большую работу. Появились совместные образовательные программы, проекты, опубликованы совместные статьи. И теперь у ученых КФУ появилась идея сформировать новые направления той же магистратуры. Но, конечно, эта работа не одного дня. И такой вопрос требует более детального обсуждения. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.